Всем привет! И сегодня мы готовим в одном из моих любимых гаджетов. Мы готовим асабука в слоу-кукере. Слоу-кукер – это медленноварка. Это один из моих любимых. Кстати, есть этот же режим в Instapot, где медленная готовка. За что я люблю эти гаджеты? Потому что ты все покидал и вуаля, все готово, да? Тем более в условиях нашего продолжающего ремонта на кухне это очень важно, ну, для меня. Ну и, в принципе, любой хозяйке, я думаю, что всегда хочется сделать побыстрее и повкуснее, а оставшееся время уделить себе. Например, фейс-йоги, фейс-гимнастики, вообще себе любимые. Например, я заметила, что после болезни, вот мы переболели на Новый год, и кожа потеряла свою упругость, да, я не занималась почти месяц, и, конечно, я заметила изменения на своем лице. Но я уверена, что любая женщина хочет выглядеть красиво, ну и я в том числе. Поэтому обязательно смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, и я каждый раз буду что-то интересное показывать, и сегодня покажу одно из упражнений, очень легенькое, но поверьте, это класс, и вы всегда будете прекрасно получаться на фотографии. А пока готовим. Наше прекрасное, быстрое и легкое приготовление блюда. Сервируем где-то на 4-6 человек. Что нам понадобится? 3 лучка, 3 зубчика чесночка, 2 морковки, 2 стебля сельдерея, пол стаканчика, 1/3 крашенных, рубленных, измельченных томатиков, где-то 2,5 паунда, это килограмм осо-бука, это биф-говядинка, и 1/3 вот стаканчика красного вина, тоже 1/3 стаканчика, но можно меньше, посмотрим сейчас. И 2 столовые ложечки оливкового масла. Итак, хорошо посыпаем солью и прям втираем. Крупной солью это делаем. Так вот, красивое, да, мяско. На этот кусочек. Вот. Втираем. И перцем посыпаем. И тоже втираем. Но я люблю, когда чистая соль и перец. Это самое лучшее сочетание. Переворачиваем вот с другой стороны. Теперь все то же самое проделываем. Оливковым маслом теперь слегка поливаем и тоже втираем. И немножечко добавляем 1 столовую ложечку на сковородку. Чуть-чуть оливковым маслом поливаем. И на разогретую, сейчас масло нагреется, уже кладем наше мяско. С каждой стороны по 2-3 минутки до коричневого золотистого цвета. Так, несколько минут прошло, можно перевернуть. Давай. Пока наше мяско жарится, мы порежем наши овощи, лук, морковку и сельдерей. Ну вот, оно красивое, такое золотое, с двух сторон уже, коричненькое. И мы идем класть это уже в наш слоу-кукер. Морковочка, сельдерей, лучок и чесночок готовы. И куда же я без своего любимого имбиря? Вот такой кусочек возьму. Вы знаете, имбирь очень полезный, особенно сейчас, против различных заболеваний, для иммунной системы. Светлый.
измельчаем помидорчик. Можно, кстати, взять, вот, мне кажется, лайфхак, пюрешной вилочкой подавить. У меня она просто сейчас лежит в посудомойке. Посудомойка моет. Поэтому я режу. Шкурку можете снять, можете не снять. Они у меня слегка ошпаренные, поэтому шкурка снимается легко. Но на ваш вкус, на ваше предпочтение. Если вы шкурку не переносите, то, конечно, снимайте. Она после ошпаривания очень легко снимется. Теперь в отдельной мисочке смешиваем томаты, вино и соус. Вы можете взять бальзамический соус, можете взять, как у меня, соус любой, который на вас смотрит. Итак, заливаем вино и заливаем соус. Хорошо это размешали, прям помидорки можно так еще помять, если хотите. Можно измельчить их меньше, прям до пюре, если вы не любите кусочками помидоры. Это все на ваш вкус, на ваше усмотрение. Оно не повлияет на вкус блюда, только внешний вид, поэтому как вы любите. Ну, я думаю, достаточно. Я думаю, тут где-то 2-3 столовые ложки. Этого достаточно. На дно буквально чуть-чуть. Вот с двух сторон. Теперь закладываем наши овощи. Добавляем теперь это сюда равномерно. Пару лавровых листиков. И вот у меня такой замечательный кустик. Розмарин и тимьян. Вот так вот я его сейчас немножко обгрызу, обдеру и добавляю. Вот такой небольшой кучочек. Я очень люблю, когда свежий. Конечно, не всегда напасешься, но аромат совершенно другой. Так, в принципе, все. Слегка еще сверху так притрусим солькой, перчиком. Перчиком по вашему усмотрению. Если вы любите, добавьте, чтобы поострее можно. Но красный я вам не советую, потому что очень будет долго томиться и будет очень острое потом. Накрываем крышечкой теперь плотненько и включаем. Так, если мы выбираем высокую температуру, то мы держим где-то 4-5 часов. Если выбираем низкую, то 6-7 часов. Ну что, раз, два, и наше блюдо готовится. И, как я уже говорила, у нас есть время. Что мы делаем? Очень часто мы на фотографиях получаемся, как бы, знаете, полузакрытыми глазами. Для того, чтобы этого не было, мы должны открыть взгляд, поднять бровь. Ну и вообще, когда бровная дуга повыше, да, глазик открыт, всегда красивее, моложе мы выглядим. Так вот, элементарные упражнения, их вообще много, но самое первое, хочу показать, самое легкое. Берем два наших пальчика, поднимаем, вот так чуть-чуть приподнимаем наши бровки, вот как бы придавливаем, так приподнимаем, вот. И в это время мы что делаем? Мы тренируем наше верхнее веко. Мы смотрим в одну точку и вот как бы раз сильнее открываем взгляд. Наши глазки, верхнее веко поднимаем меньше. Вы должны работать только верхним веком. И ваши глаза не должны никуда смотреть. Ни вверх подниматься, ни вниз там. То есть работаете вы не зрачками, вы работаете только лишь веком. Итак, еще раз. Вот так слегка приподняли. Так. И так делаем 20 раз. Делайте 20 раз, несколько раз в день, и поверьте, у вас приподнимется веко, вы его натренируете, бровки, ваш взгляд будет более открытым и на фотографии, и в жизни. И поверьте, ваши друзья и близкие будут делать вам комплименты.
Еще одна очень важная деталь, это, конечно, наша шея. Мы тоже ей уделим внимание. Вот она постоянно имеет тенденцию, да, провисать. И в следующем видео я вам покажу упражнение, с которым мы начнем заниматься нашей шеей тоже. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Нас я ставила на хай, на высокую, более высокую температуру. И у меня она простояла чуть больше, чем 4 часа, где-то 4 с хвостиком. Выключаем и открываем, что у нас получится. Вот такая красота шипящая. Аромат стоял, вы знаете, аж, я не знаю, буквально через полчаса как начали. Смотрите, как красиво. И самое, что интересное, мяско, видите, отделяется от костей. Вот. Значит, оно готово. В общем, сейчас выловим, посмотрим. Аккуратненько я попытаюсь сейчас достать, насколько я смогу. Видите, как отделяется прям мясо от костей. Да, аккуратно не очень получается у меня. Прям мяско готовое, такое красивое. Вот, спасибо, Миша. Я сейчас овощи. Красота. Вот, поистину, аромат такой привлекающий. Итак, пробуем. Я очень люблю, например, морковку. Когда она во всем этом. С помидорчиками, с овощами и сейчас кусочек мяса где-нибудь раздобуду. Морковочка, лук, помидорчик. Сейчас все вместе попробуем. И мясо. Великолепно. Попробуйте. Ароматы, вкус, послевкусие, такие нотки. Лавровый лист добавляет такой интересный вкус, насыщенный. Ну, конечно, остальные наши овощи и травки. Я всем рекомендую. Поверьте, легко, быстро и очень вкусно. Вы можете подать это с любым гарниром, например, с рисом, очень хорошо будет сочетаться. Какой-нибудь кашкой, даже с обычной пшеничной, или булгур, или киноа, ну, на ваш вкус. Пюре, ну, можно, но как бы немножечко разное сочетание. Вот рис идеально. Пробуйте, наслаждайтесь прекрасным сочетанием вкусом, невысокой калорийностью, легкостью приготовления. А я, как всегда, вам желаю здоровья, радости и позитива. И оставайтесь красивой!